Рыбновский районный суд Рязанской области вынес приговор в отношении жителя города Курска, который занимался поставками крупных партий синтетических наркотиков в различные регионы страны. В октябре 2019 года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области и регионального управления ФСБ России задержали жителя города Курска по подозрению в транспортировке наркотиков. По имеющейся информации, злоумышленник использовал методы конспирации. Под вымышленными именами он общался с заказчиками рейсов через зашифрованные каналы связи. Однако оперативники раскрыли его данные в сети интернет и установили маршруты незаконных перевозок. Осужденный был задержан на одной из автозаправочных станций в Рыбновском районе. Из его автомобиля полицейские изъяли несколько свертков, которых, как установила экспертиза, содержалось свыше 8,5 килограммов синтетических наркотиков. Из тайников в городе Рязани, Рыбновском районе Рязанской области, Курской, Саратовской и Воронежских областях оперативники изъяли 5 крупных партий синтетических наркотиков весом от 1 до 3,5 килограммов. Следственным управлением ОМВД России по Рязанской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Олеся Котровская, телекомпания «Город».